Фестиваль палаточных лагерей в республике проходит ежегодно в разных районах. В таких лагерях отдыхают подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профилактическом учете. В этом году эстафету впервые принял Бавлинский район. Ежедневно у нас проходили мероприятия. Каждый день был посвящен определенной тематике. Это и день патриотический, день, и день спорта, и день национальных традиций, культур, туристический день. Мы всей большой нашей районной командой, считаю, осилили эту смену. Я считаю, что эта смена у нас состоялась на ура. Палаточный городок разместился на территории проведения районного Сабантуя. В течение недели в нем отдохнули около 200 детей из 17 районов нашей республики. Несмотря на короткую продолжительность смены, ребята успели познакомиться и подружиться со своими сверстниками. Больше всего мне запомнились, наверное, дискотеки, потому что там мы всем отрядом собирались, знакомились, тренинги проводились у нас, мастер-классов много было. Мне понравилось то, что здесь нет такого, то, что ты занимаешься сам чем-то, а все время ты, получается, чем-то занимаешься. Какие-то мероприятия, какие-то со спортом связаны. Из Муслимовского района в лагерь приехали 10 детей. Они оценили атмосферу добра, дружбы, романтики и признаются, остались бы еще на месяц. Отдыхая в первый раз, мне очень понравилось в этом лагере. Хотелось бы еще раз на следующий год приехать сюда. Очень красивая местность. Каждый день любовались. Все было организовано очень хорошо. Все было прописано прям посекундно. И самое важное, что я хочу сказать, что у меня дети такие хорошие. Они у меня такие прям, как сказать, вот вы сейчас даже можете увидеть, что вот они возятся там, что-то делают, кто-то воду носит. У нас у всех какие-то обязанности, уже и дежурные есть. Им ничего не говорить не надо, никаких замечаний я им не говорю. Вот, везде участвуем, получаем какие-то хорошие места. На закрытии смены ребят поприветствовал заместитель министра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков. Он отметил, что немаловажную роль в организации интересного отдыха детей играют вожатые, руководители, организаторы лагерей. Хочу сказать слова благодарности всем, кто сегодня принимал участие и проводил эту смену. У нас сегодня 200 самых лучших детишек со всей республики из 17 муниципальных образований здесь собрались. Я надеюсь, что ту программу, для которой вам приготовили организаторы, вам все понравилось. Я думаю, что она была очень активная. С ребятками, с некоторыми по дороге успел пообщаться. Говорю, ну как вообще? Устали. Это самая лучшая оценка. Ярким завершением праздника стало награждение организаторов мероприятия и победителей конкурсов. Айгуль Дятульна, Булат Миязов, БРТ.